Привет! Заходите в гости. Вот сегодня меня очень фанаты Владу спросили, посмотри, пожалуйста, у него вышел клип «Удали». Не, ну мне не жалко, может что интересное, да? Ну давайте вместе, поехали! Майнкрафт. Осталось горской пепла. Все эти года матчи альфа-бета. А прошлым летом я не вылезал из сети. Простая игра, но мне надоело. Пародия. А, думаю, на какой клип пародия? Тифэш, улетай. Сразу не поняла. Не глянула. Удаляю из корзины, вымел все. Я бы сыграл и на 100 раз перепрошел. Я попривык не отрываться прямо с самого утра. Открыв глаза и сей за комп не выношу. Удали и не вспоминай меня. 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 Удали, но не забудь создать бэка. Я скрафтил кирку из металла. В первый раз весь лут мой поглотила лава. Просто заблудился на просторах края. Потрачено время зазря. Я тебя предаду, но знай, что ночью во снах одну тебя вижу. Я тебя скачал когда-то, но я куплю тебя, слышишь? Я не могу себе врать, ты не друг мне, не враг. Попросту я лишний в этом кубомире. Удали и не вспоминай меня. 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 Все. Этот опять снял клип такой Майнкрафт этот. С меня, конечно, смеялись, когда я с внуком смотрела. Витя, человек снимается и довольно-таки неплохо. Ну, хотя это уже устаревшее, ему желательно немножко поменять, измениться, как мне говорят. Давайте что-нибудь новенькое. А так, конечно, получилось круто. Мне понравилось. Только просмотров что-то маловато, я гляну. Хотя неплохо получилось, очень интересно. И хотя он немножко опоздал. Этот клип-то ТФС давно уже опубликовали, уже сколько времени прошло. А он только пародию сделал. Так что... А вот так песня понравилась, офигенно вышла у него.
я с удовольствием, во всяком случае, посмотрела. А бы немножко вот эти Майнкрафт этот мне не... Я хотя смотрю, я с меньшим внуком ползаю, просит. Со старшим смотрю всякую гадость, просит, ну, я выполняю просьбу. А так, в общем, вышло неплохо. Ну, поздновато. Хотя, в общем, удали и не вспоминай меня. Пока-пока, до новых встреч. World business, 핵심, 섭외 else need.